А потом знаете, я тоже хотел прошу, бы откомментировать. Да, не ведите себя как обиженные дети. Плохим танцорам всегда мешает музыка. И когда вы начинаете обвинять всех, те не ту реформу приняли, те не проголосовали за ваши абсолютно непрофессиональные решения, то вы взяли полную власть в стране, и люди вам доверили. Так несите с достоинством и с честью тот выбор, который люди сделали. И не нужно искать постоянно виноватых. У вас не шукает виноватых. Я просто прокомментировала про ваше плече, которую принял Порошенко. Іра, я вас слушала. Теперь вы меня послушайте. У вас был год, чтобы отменить реформу здравоохранения. У вас было две недели для того, чтобы подготовить профессиональный бюджет. И на протяжении двух недель я нахожусь в онлайн-группе, которую создал Разумков по подготовке бюджета. Так вот, за две недели нас ни разу не собрали. Нам ни разу не предоставили ваши планы. Мы предоставили все предложения в бюджетный комитет, написали, где сегодня взять 133 миллиарда гривен постатейно и показали, как этот ресурс нужно использовать. Вы собрали хотелки, делили под столом этот бюджет, и сегодня рассказывайте нам тут о чести и порядке. Время, когда люди ждали, прошло. А что вы ждали, маєте на увазі второе. Хотелки? Прошу, будь ласка, розшифруйте, что такое хотелки, по-вашему? Вам перед этим рассказывали за Дніпропетровські аеропорти і за строительство дорог, і за все остальное. Я не була тоді в ефірі, пані Наталю, тому вибачте, я не чула про це. Которые работали на протяжении 20 лет, и вы сегодня эту коррупцию возглавляете, пані Ірина, к сожалению, и к нашему большому пані Наталю, я допомогу. Но я не об этом. Пані, чекайте, щоб репліка у нас просто була, пані Наталю, ви ще скажете. І пан Сергій, ви теж скажете. Пані Ірино,